Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, сегодня у нас роллинг, есть даже какая-то информация, которой можно поделиться, я не знаю, это фейковая информация или не фейковая, тем не менее, усаживайся поудобнее, заваривай пельмешки, все в нашей жизни будет хорошо, но не с моим каналом. Ладно, лайк и подписка, да, все как мы любим. Ну, не будь пиздюком, ёпта, подпишись, сколько людей без подписки-то смотрит, а, и про колокольчик не забудь. Нахожусь на аккаунте старой, лям 232 тысячи силы, вот, 80 тысяч самоцветов. Перед тем, как мы пойдем открывать ништяки, перед тем, как мы пойдем смотреть, каких здесь героев не хватает, перед тем, как мы прорекламируем гильдию под названием Wolflock, в которую требуются игроки с наличием телеграмма, принимаются игроки от 500 тысяч силы, Алишок, лидер, туда писать через телеграм, перед тем, как мы прорекламируем эту гильдию, да, Wolflock. Ребята, хотелось бы вам рассказать, что где-то по чатам гуляют изображения нового героя, может быть, я в танке, но я как бы этого не видел, я не знаю, напишите потом в комментариях, видели вы, ребят, не видели, а нет, подождите, стойте. Стойте, блядь, подождите. Это не специально. Я тут просто напутал в сценах, подожди. Может, он вот так выглядит? Да, вот он, как он выглядит. Вассерман, господи, отпусти меня, Вассерман, ты шо? Короче, вот так вот будет выглядеть новый герой. Я, если честно, вообще не трахаю, откуда это все? Демон Форс, привет. Так, короче, вот так вот будет выглядеть новый герой. Не знаю, ну да, что-то интересное туда-сюда. Вообще, по сути, тут идут разговоры активно в чатах, что вот июнь, пришло время, когда должны разработчики добавить нового дракона, и вот это вот все, мы, конечно же, его ждем. Да, ну, понимаете, радость от дракона, она нивелируется разработчиками уже давным-давно, и нивелирование началось именно с того момента, когда они каждое обновление начали добавлять по одному новому донатному герою, помимо того героя, которого мы можем выбить за самоцветы. Потому, конечно, мы будем приятно удивлены, что когда-нибудь в скором времени, наверное, но не факт, выпустят нового дракона, да, но это будет уже не тот прикол, не та радость, как это было, к примеру, раньше, когда там выпускали Некроса или Вальтора, но не суть. Возможно, новый герой, не дракон, будет выглядеть именно так, скоро узнаем, через несколько дней, я думаю, будет обновление на Тайване, вы, как обычно, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, и, возможно, от того, что мы имеем картинку вот этого вот героя, мы смеем предполагать, что в этом обновлении нового дракона не выпустят, а может быть, выпустят, и он будет, конечно же, донатным. А вот этого вот сорванца мы будем выбивать непосредственно за самоцветы. Я не знаю, как бы, возможно, это фейк. У меня нету подтверждения информации. Вот. А может быть, дракон будет выглядеть именно таким образом, но не суть. Ребята, не забываем вступать в гильдию Wolflock. Прием осуществляется от 500 тысяч силы. И, конечно же, сразу, что мы сразу делаем? Заходим и смотрим, какие герои недостающие. Я вижу, что тут не хватает двух героев. Это фанатик и это непосредственно, да, мисс Магия. Помимо всего, у нас есть пыль, которую мы также сейчас потратим, но посмотрим. Ну, как бы у нас пыли там что-то около 200, вряд ли мы фанатика сейчас заберем. А, темного колдуна. Ну, за 200 пыли мы и темного колдуна не заберем. Ну, давай попробуем, посмотрим вообще, что получится. Парящий остров. Так, плюсуем, да, 280 пыли. Давай тыркать, и потом как бы пойдем ништяки забирать. Я даже себя... О, вот смотри, здесь механоид альфа падает, как говно мамонта вообще. Но на мой аккаунт механоид альфа вообще за пыль не падал. Типа ему вообще было посрать. А здесь он упал как минимум один или даже два раза, понимаете? Я вот смотрю, еще раз упал, да? Ну, прикольно, да? Я не думаю, ну здесь этот механоид альфа не нужен.
но он здесь падает. А вот мне на моем основном аккаунте, там, где он нужен, он, конечно же, не падает. Я сейчас не жалуюсь, ребята. Не подумайте, что я сейчас жалуюсь. Я не жалуюсь. Я просто ною и охереваю, понимаете? Собрали мы ништяков, которые сейчас пойдем благополучно и откроем. Что у нас тут? Ну, давай начнем с самого неинтересного. Сундуки замка третьего уровня. Вот, пока что можем побалаболить, не знаю по поводу чего. Ну, давай пооткрываем. Ну, тут как бы, что у нас по ништякам? По ништякам у нас получается, фанатика мы не выбьем, да, из этих ништяков. И мисс-магию мы, соответственно, тоже, конечно же, не выбьем. Вот. Так, так, ну что, давай, 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 открывайся там уже. У нас там еще какие-то, сколько, 300 есть сундуков какие. О, вот этих вот 300, 316. Тут уже мы просто сидим, смотрим, вот, завидуем, наблюдаем за обилием выпадаемых ресурсов. И как бы это не может не радовать, конечно же. Уже открыли более 100 сундуков. Вот дожил, сижу в 30 лет, комментирую, как картинки выпадают из другой картинки. Там картинка сундука, тыркаешь ее, оттуда выпадает картинка другого говна. Вот. Невероятно интереснейший контент, мы доселе такого никогда не видели, сейчас, конечно же, это просто что-то с чем-то, прям, меня, знаете, подмышка зачесалась от радости, по-другому тут и не сказать. Так, здесь у нас что, прайм 9 уровня, все время такой, жду такой, ну, тут, конечно же, маскировка упадет, всем, а вот мне не упадет, ну, я что-то вообще, что-то я злой на свой аккаунт, 10 уровня. И, ну, как бы маскировка не упала, да. Тут, конечно, может, эта маскировка-то и нафиг не нужна. Но просто я сижу такой, жду обычно, такой, маскировка. Так, дальше, что у нас тут? Что у нас? Вон тут у нас вот это вот. Давай дальше, что у нас тут? Так, тут у нас что? Ничего нужного. Вот это вот самый тупорылейший, бесполезнейший сундук, и он... Показываю. О, 10 осколков фанатика и 30 осколков мисс магии. Так, окей. Наша задача выбить мисс магию. Хотя 100 осколков этой героини уже есть. Да, по сути, мы сейчас будем 80 тысяч самоцветов тратить на то, чтобы выбить мисс магию. Но она падает как говно. И, в принципе, конечно же, шансы есть. Хотя, с другой стороны, ребята... С другой стороны, если посмотреть, да, не с этой, а вот именно с другой, да, там, не знаю, смотри не налево, смотри направо, как бы, что я хотел сказать? А, это вообще не единственный, да, по сути, недостающий герой, которого ты можешь выбить за самоцветы на этом аккаунте. С одной стороны, мисс магия падает как говно, а с другой стороны, ребят, не забываем про то, что это последний недостающий герой самоцветный на этом аккаунте. И, как бы, шанс... выбить его достаточно мал. Но с другой стороны, мисс магия падает как говно и достаточно часто. Да, да. Но опять же, если посмотреть в противоположную сторону, мы вспоминаем, что это единственный недостающий герой, которого мы можем выбить за самоцветы. Я не знаю, на чью сторону вы встанете, но мы продолжаем выбивать, и уже 20 тысяч самоцветов потратили, но так и не выбили, не смогли выбить мисс магию. Будем надеяться, что она вот-вот придет, такая, эй, в труселях красивых, стрингачах, такая, а вот и я, мисс магия, любите меня полностью, но пока что падает только смерть. Хочу вам напомнить, что, ребята, это единственный недостающий герой, которого можно выбить здесь за самоцветы, и выбить нам его будет необычайно сложно, да, и нам хотелось бы, чтобы он выпал. Но с другой стороны, ребят, с другой стороны, мисс магия падает очень часто, как говно, и шанс ее выбить достаточно большой. Вот, так что вот такая вот ситуация, но да, он единственный недостающий, а в наше время очень трудно взять и выбить одного недостающего, ребята, героя. Но с другой стороны, мисс магия-то падает часто, и вот я прям не знаю, как разорваться, мы уже потратили половину самоцветов, но мисс магии даже не пахнет, даже запаха ее стрингачей мы еще не смогли успеть учуять, но мы полны надежд. Выпадает Повелитель Бури, Бугимен, Ниндзя, Миша, который раз падает, нахер никому не нужный, но он все падает, сука. Мисс Магия! Химера! Ворожей!
А я вам говорил, она падает как говно, ребята. На этом, наверное, все. Вы там же в начале видео усаживались, да, поудобнее, там пельмешки распаковывали. Вот. А сейчас я говорю, подними свою задницу, поставь лайк, выключай свое видео, потому что на этой минуте я буду с вами прощаться. Всех целую, смотрим на стринги Мисс Магии и всем пока.